Okay, could I call on our... Могу пригласить я последнего выступающего. Профессор Беляев выступает, который поговорит о роли Санкт-Петербурга. И тема звучит так. Санкт-Петербург, соединяя Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Мероприятие заканчивается. Я хочу сказать, мы самые стойкие. Там уже убирают оборудование, мы все работаем. Несмотря на то, что нас мало, но здесь тоже стоит, в общем-то, это отдельное обсуждение, видите. Но мы сняли такой большой зал, потому что все здесь сидящие понимают глобальность проблемы. Все в своих секциях начинают выступление с эпидемиологии рака по своим нозологиям и ориентируются на все эти показатели, показывают статистику. А видите, когда мы все собрались, все, кто занимается глобально этой проблемой, а тут особенно много свободных мест, потому что какое-то недопонимание проблемы, важности эпидемиологии, статистики, важности регистрации и так далее. Ну, с этим надо тоже как-то бороться. Мы организационно, я думаю, по-другому организуем конференции наши последующие. Нас нужно, кроме того, что вместе собираем, вот тут мы второй день собираемся, нам нужно активно имплантироваться во все эти секции, доносить важность этих знаний. Но это уже другая сторона вопроса. Дорогие друзья, очень важно, вот поднимаем сегодня вопросы о том, что вопросы вот регистрации и эпидемиологии рака, они, конечно, недоработаны, особенно в нашем пространстве, ну, в российском, может быть, в меньшей мере, в республиках СНГ, и нам, конечно, нужно объединяться. Мы много делаем в этом направлении, точнее, работаем, не знаю, много или нет, хватает у нас на это сил, и не все у нас получается. Мы очень признательны нашим коллегам из Азиатско-Тихоокеанской организации борьбы с раком, что они сегодня здесь с нами организовались. Большое вам спасибо. Для нас большая честь. И, пожалуй, вот наше сегодняшнее мероприятие – это самое большое, может быть, на евразийском пространстве, где вместе собрались специалисты Европы и Азии для того, чтобы обсудить вопросы эпидемиологии рака. Я думаю, что это хороший задел. Мы продолжим работу в этом направлении. Она имеет большое значение – в том числе для подготовки кадров. Может быть, мы сейчас обсуждали, это, пожалуй, ну, сейчас самый злободневный вопрос. Я по своей наивности когда-то думал, что качество оказания помощи и всего зависит прежде всего от оборудования, от помещения. А когда все это появилось, понимаю, что от людей, которые там работают, и во всех технологиях, и особенно в тех технологиях, которыми занимаетесь вы. Поэтому получается нередко так, когда выступаете вы перед специальной аудиторией, они вас плохо даже понимают, потому что это особое знание. И ну, у нас даже в городе специалистов, занимающихся этими проблемами, мало. И чтобы мы двигались, кроме того, что мы будем организационно объединяться, планировать наши мероприятия, нам нужно воспитывать специалистов, начиная вот уже с молодого возраста. И то, что мы провели это мероприятие, это очень важная веха в нашем сотрудничестве, в развитии этого направления. Всем большое спасибо. Я думаю, что мы учтем все нюансы. Следующие белые ночи продолжаются. Но кроме белых ночей, хорошо, что мы собрались в рамках белых ночей. По крайней мере, всем предоставлена возможность. А у нас порядка почти 3000 делегатов. Всем была предоставлена возможность сюда прийти. Посмотрим. До этого мы встречались в рамках международных конференций, ну, отдельных, посвященных профилактике, статистике. Я думаю, что правильное решение, что мы все-таки на таком крупном форуме. Просто нам нужно подумать так, чтобы наша аудитория была больше, чтобы все понимали важность. Хотя, вы знаете, вот, ну, вы же были на всех секциях. Я бегал сегодня и на хирургические секции, организационные, там и финансовые. Везде все обращаются к вашим знаниям. Поэтому спасибо большое, и я думаю, мы ведь заканчиваем только организационную часть. Я так понимаю, где у нас Антон Алексеевич? У нас еще будет возможность продолжить нашу дискуссию, но в более узкой, так сказать, в более меньшей комнате и в лучших условиях. Спасибо большое, спасибо. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и действительно мы создадим единое евразийское пространство. Нам далеко, конечно, до совершенства, но без этого, без прохождения этого этапа нам не обойтись.